Всем привет, с вами снова Кокос и Джокер. Здравствуйте. И мы продолжаем проходить игру Monster Hunter World. В этой серии мы несколько отлучимся от сюжетного прохождения и попробуем пройти с котярами. То есть у нас квест, то есть в каждой локации есть котяры, с ними надо подружиться. Кстати, коралловые, это какая по счету локация? Третья. Третья, да? Угу. Блин, а в Дикогорье я подружился, не подружился? Ну, если у тебя есть щит, ты сказал, значит, подружился. Да? Угу. Отлично. А, в коралловом у нас здесь вот где-то вверху есть пещерка, в которую заходишь, и там вот эти вот коты, или как грималкины, они сидят на... Яграсах или на ком-то, в общем, на ящерицах верхом, и почему-то начинает атаковать. Я их тогда убил, справился. Но дальше по квесту не пошел. Оказывается, вот Джокер говорит, надо вот сюда, вот в этот закоулок, где сидят грималкины, к ним надо пробраться. И, собственно, они должны будут дать квест. Темная жемчужина. Вот, да, ныряем под водопад. Максимум. Вот их шайка. Эй, в чем дело, поганки? Мне не нужна была ваша помощь. А в чем дело? Экспедиция всегда рада прийти на помощь. Серьезно? Ох, прошу прощения. От боевых мелодий меня немного заносит. Если честно, нам ужасно досаждает парочка цицияку. Сегодня я хочу разобраться с ними, поэтому мы своим верным шамасом отправились в путь. Да, шамасы. На них они катаются. В таком случае мы с удовольствием притянем лапу помощи. Благодарю за помощь. Очень щедро с вашей стороны. Начнем охоту. Мы покажем этим двоим, на что способны наша музыка и сталь. Ага, вот. Выследить 20 цияку. Это прям в одной миссии, да, я так понимаю? Будем считать, что Джокер сказал да. Да. Квест прими, там потом и убей их. Так, охотничьи записи. Давайте сразу посмотрим, где у нас цицияку. Вот он, цицияку. И у него гроза лед. Отлично. А у меня как раз таки есть гроза для него. Так, это у нас вода не подходит. Где у нас вот гроза? Пара-пара-пара. Регистратор заданий. Просто у Джокера в гнилой, так сказать, пещере он там получил одно очень интересное оружие, которое отрезает куски вот этих монстров. Ну не я получил, а мой котик. Ну да, котик получил. Так. If in doubt, take a bite. Разместить новые задания. Дополнительные. Вот тут, видимо, беспокойные кочевники, да. Завершить. Нет, давайте 19-й. Блин, а там же не это, да? Невысокого ранга. Они дохлики. Заплати деньгами, шипур. Стоп. Я так и не разобрался, как здесь готовить, какие ингредиенты, что туда добавлять, что там за шансы. Ни одного не вижу пока.
Что-то мне подсказывает, что они где-то вот в этих областях они бегают. Ну. Ты что, ни один следов не оставил? Тогда летит вниз. Вот здесь точно должно быть. Я помню, как к Киринам сражались, он приходил. С Легианой сражался, они приходили. Нет следов. Во. Такое они сразу вместе. Ай. Ну-ка, покатай меня. Да? Так, первый есть. Сходим сейчас, что второго тоже не терять. Соберем еще ловушку. Да, пусть такая будет. Thank you.
Вот так. А, окей. Что потом не иск... А, стоп, а бомба там есть. Ха, вот они-то как раз и кончились, видишь? Вы могли видеть, там, пока я сражался, один из котов бил в барабаны. Вот, собственно, вот такой, видимо, скилл мне и дадут. И все это делается для того, чтобы потом в... Как это называется? Локация-то гнилая. Ты все-таки попался под его дальний свет. Тебя мой кинсек погрызет. Мы потеряли одного бойца. Перестарался. Что такое? Надо было... Убил? Да, надо было больше этих собрать. Данных о нем не было статуса. Хотя я могу догадаться, когда он хромал. Ну ничего страшного. Одного поймал, другого зажарил. А после этого мне надо прийти еще раз в ту локацию, да? В коралловую. Куда с ним поговорить надо будет?
Палька, дружба кочевники. Дружба миньонов кочевники. Вот. Воин экспедиции, я восхваляю вашу храбрость и щедрость. Примите это устройство в знак моей благодарности. Этот инструмент играет лишь в руках сильных духом. Его мелодии помогут вам. Ого, он звучит потрясающе. Те, кто сражался со мной, плечо к плечу, мои друзья, если вам понадобится помощь, я приду на выручку. До встречи, смелые и щедрые воины экспедиции. Получено устройство Палька, коралловый оркестр. Огонь. Так, теперь, я так понимаю, надо идти в Гнилую долину. Дикогорье. Я прошел. Да. А слушай, а ты в убежище древнего там не проходил таких? То есть не было таких квестов? Дикари эти маленькие. Ну у них тоже там есть квест. Ну да. В убежище древнего. Ну как, к ним пробраться надо бы, да. Грабители. Пытаемся их выследить. Ой, стопы. Я же вроде не поевший. Вот-вот, да. Hello there. Теперь, когда у тебя появились миньоны Грималкина, мы наконец можем поближе познакомиться с их культурой. Так, а где в этой в гнилой долине мне искать? Я вот сейчас как раз около там того места, помнишь, где мясо, куски. Да. Там где смотри, вот? Чтобы чувак зеленый был. Ну этот, ученый, чтобы там был тоже. Он там сидит, да, я к нему сейчас подошел, поболтал. Тогда надо походить за красным, когда он кусок мяса принесет. Тогда они там появляются, знаешь. Я за красным маленько наблюдал. За красным? То есть ты нашел... Это Одагона, Одагорона, и за ним он мясо таскает туда. И за ним я следил, как он мясо таскал. И там потом эти котики вылезли. Слушай, может я просто не набрал этих? Достаточно рисунков? Так, ну это туда ведет, я уже это понял. Thank you.
Ты прям таки за ним следил? Что-то он куда-то еще не хочет идти. Ах, умер первый раз я. Печально. Он меня оглушил опять. Ты уже его хорошенько покосил? Ну, наверное же. Я надеюсь, он уже 3 или 4 раза убегал от меня. Приходил туда и... Если он сейчас туда приходил, значит он притащил туда мясо? Может быть, посмотри. Может там будет этот котик. Да, котик стоит. А дальше что я делаю? Я к нему он убежит. Он в другом месте потом появится, на карте будет видно. А я думал его... Смотри, Мьёстр. Грималкины. Я думал, его надо поймать. Светлячков и следуй за ними. Как скажешь. Опять улетает. О, теперь в огонь полетел. Мясо, попробуй вымыть грималки сырым мясом. Почему мне кажется, что Адагон будет против? Стоп, а мясо-то какое? Я должен мясо прям вот этот кусок тащить ему? Нет, просто сырое мясо обычного динозаврика возьми, как жарить ты жаришь, и кинь его туда на пол. А. А я думал мясо кусок тащить, который гнилой это этот. Гнилые предметы. Тирин 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 тирин. Так, сырое мясо.
Вот, я бы сейчас тащил бы этот кусок мяса, с Адагоном бы подцапался, потом бы убил, а потом Джокер сказал бы, что... Хо! Да там обычный кусок мяса надо. Тот, который ты на костре жаришь. Было бы весело. Думаю, он зовет друзей. Мне еще не встречалось чудище вроде вас. Кыш, это моя еда, моя. Мы не чудовища, мы из экспедиции. Не чудовище? Тогда объясните ваш странный и жуткий вид. Постойте, это вы оставили здесь эту еду? Это подарок от нас. Тебе, похоже, не помешало бы поесть, а у нас было чем поделиться. Спасибо, с меня причитается. В долине мало пищи, нам тяжело живется. Не хватает лишь на то, чтобы не умереть с голоду. Верю. Нам тоже пришлось не сладко, хотя мы лишь исследуем это место. Вот как, похоже, на каждого из нас пришлась своя доля невзгод. Хочу отблагодарить за обед. Согласитесь принять помощь грабителей. Это устройство будет символом нашей дружбы. Прошу, прими его. С удовольствием, спасибо. Вот, меч разбойника. А, кстати, он действует как? Активируется он или нет? Или он в пассивке постоянно? Так же работает, как пчелка. Он бьет, когда заказывать надо. Да, можешь заказывать со временем, а так он тоже бьет сам. А подбирать надо? Или же нет? Да, лежат на земле. Угу. О, такие коготки. Отлично. Так, ну что, вот сейчас... Так, стоп, подожди. А все-таки убежище древнего, там было что-то или нет? Джокер. Убежище древнего, там будут красные, я же тебе сказал. Ну? Там тебе, когда ты получил ты сейчас, да. Лети в эту, домой, и там тебе миссию дадут на тех. Домой, окей. Так, он полетел спать. Сейчас там начнется попа, да? Да, наверное. Ты против него пробовал ловушку ставить? Нет. Ну, я недавно советы почитал, и там было написано, нифига подобного. То есть, понятно. Вообще древних нельзя. Ни в коем случае. Ага. Вот он. Задание, которое я сейчас расскажу, по плечу только опытом исследователю Грималкинов вроде тебя. Разведчика по всему континенту замечает Гаялкин, Гаялака. Я надеюсь установить с ними контакт. Они как Грималкины, гвинеанцы, но их языки, судя по всему, имеют разное происхождение. Я хочу заняться их языком как можно скорее, поэтому нужно, чтобы ты отыскал для меня одну вещь. Каракули Гаялака. Я и сам займусь поисками, начну с тех мест, где замечали Гаялака. Угу. Окей. Собери 10 следов Гаялака. Так, ну ладно. Это уже потом... Там сложно, нет? Или надолго? Нет, ну там
следы надо искать. Так, как и с этими же будешь ходить опять собирать следы. Что сейчас мы делали? Ну, сейчас я особо не искал. Потому что они уже были у меня надыбаны. Ну, а эти будешь 10 штук найти надо будет. Сейчас посмотрим. Карабли пока нет. Интересно, чья чешуя? А, его, наверное. Ну вот, сейчас птички начнут атаковать, и каракули я сейчас больше не увижу, да? Сейчас надо выйти из этого состояния агрессивности. И продолжить поиски. Энергиганта дома нету? Нету. Так, ну ладно, тогда сейчас не буду, так сказать, время на это уже тратить под запись. Потом где-то просто либо расскажу, либо покажу. На этом мы с вами прощаемся. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Ну и до новых встреч в новых видео. Всем пока. Пока-пока.